Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы будем крутить рулетку на серии Imagine Roleplay. Я уже зашел на рулетку, у меня, ну, почти 200 рублей, 197, но это нам хватит на, чтобы 4 раза покрутить как раз, потому что, по-моему, покрутить рулетку стоит 49 рублей, то есть мы крутим 3 раза, еще 3 рубля остается, ну, короче, хватит нам на 4 раза покрутить. Я давно не крутил рулетку, мы покрутим рулетку уже в новом 2018 году. Возможно, в этом году нам повезет, потому что этого, блядь, такая хуйня выпадает. Просто это жесть, отвечаю. Фу, давайте попробуем. Не знаю, хотелось бы, конечно же, выбить какую-то машину, тот же, блядь, не знаю, гелик, чтобы потом его продать, чтобы либо боссы, либо монстр, по-моему, убрали же. Хотя здесь его не убрали. Рулетка, я так понимаю, вообще мазь не занимается, как и своим проектом, в принципе. Потому что, блин, ну... Обномбы уже нету, пиздец сколько. Ладно, давайте, меньше слов, больше хуйни, поэтому давайте покрутим ее. Дождались окончания. Давайте ждем, пока она покрутится. Надеюсь. Так. Ой, К6 бы выпало, вообще было бы заебись. Так, это у нас. Это на снайперку получается, да? Ладно, блин, пока не буду продавать, в принципе. Посмотрим, что мы еще сможем выбить с вами. Интересного. Интересного. Ну, пожалуйста, гелик, выбейся. Сейчас обратно будет цвет на пушку, отвечаю. Просто, просто, блядь, отвечаю. Ну, как по-другому, блядь? Как по-другому, конечно. Надо выбить цвет на пушку, блядь, конечно. Ёбаный в рот. Как же без этого? Нам не хватит, да, покрутить еще один раз? Сейчас какая-то хуйня выпадет, отвечаю. Шо и стоило ожидать, да? Их нельзя продать. Они, по идее, можно их продать. По идее, можно их продать. Бля, я не знаю даже... Давайте это продадим. Это я пока не буду, может, его оставим. Ну что, давайте финалочка, так сказать, покрутим. Покрутим эту рулеточку. У меня остается вообще понты денег. И сейчас по-любому, я отвечаю, вот, блядь, что в том году хуйня выпадала, что в этом? Они подкрутили, не знаю, возможно. И просто выпадает, кстати, одни скины оружия, просто дохуя, смотрите. Просто дохуища. Ну реально, блядь, ну как так можно? У меня есть уже цвет на ТАК-9, есть уже цвет. Поэтому, может, продать можно. Только за сколько? 12 кредитов. У нас здесь 29. И... По-моему, нам не хватит. А, не, хватит, хватит. У меня есть просто на эту хуету, блядь, цвет, поэтому мы ее продадим. Так. А, бля, ебать, его в рот. Ну, давайте эту хуйню продадим уже. Тогда. И покрутим. Отвечаю, сейчас такая хуйня выпадет, смотрите, одни скины оружия, просто нихуя нету, просто, да хуя столько скинов оружия, блядь, я не понимаю просто, этот народ, блядь, да, машина выпадет сейчас. Автомобиль, блядь, пиздец. Да. Ладно, у вас 21.07, я ее даже забрать не смогу, понимаете? С кредитов, и что я могу еще еще 39 кредитов. Хотя первый раз, блять, выиграл машину, пацаны, здесь первый раз. Давайте да ее продадим. Ну тоже, ну блин, ну я не смогу ее забрать, толку мне от нее, понимаете? Все это уже точно, наверное, последний раз, потому что у меня бабок больше нету. Лучше мне X6M выпал. Скин, 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 скин. Ну не этот скин. Бабки, бабки. Фух. Хоть что-то полезное. Хотя, бля, я перевел бы в деньги, вышло бы то же самое, как бы. Ну, и в итоге. Уа-уа-уа. Да, как всегда, в принципе. Нихуя не меняется, пацаны. Я думаю, в 2019, 2020 и так далее будет то же самое. Они ее подкрутили, теперь выпадает полная хуйня. Одни скины оружия. Мне просто, наверное, сколько раз? 5 выпали скины оружия. Это просто пиздец.
Давайте зайдем в игру, заберем деньги и оружие, посмотрим зеленое. У меня есть, по-моему, рецепт на него, поэтому давайте зайдем, посмотрим, что. Так, вот я заспавнился, короче, пишем прайс, по-моему, да, прайс. А, прайс. Блин, как там приз? А, приз. Так, берем бабки и зеленый, окей, кольт. Давайте его сделаем, макакун. Не, это не тот пистолет. Так, вот. Ладно, 100 патронов, допустим, да? Гун колер. А я где его держу? В жопе? Наверное, судя по всему, надо, наверное, релогнуться, да? Вы должны держать его в руке. А где я его держу, блядь? В ноге, нахуй? Чё за хуйня просто? Да. Не, вот так я понимаю, что я в руке не держу. Вот я его в руку взял. Гунколлер и нихуя. Амазинг, заебись. Не, ну по-любому, наверное, надо релогаться. Ну ладно, хуй с ним, пацаны, уже, не знаю, там на сериях посмотрите других. Как он будет выглядеть. Хотя смысла его брать нет, он же, блядь, хуёвый. Ебать, он мне в руку влез, я ебал, нахуй. Это пизда, конечно. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.